В парке Толстого можно не только делать зарядку, но и танцевать. Развлекательно-танцевальная программа «Музыкальная гостиная» вновь собрала в зоне отдыха всех любителей зажигательных ретро-композиций. В программе вечера прозвучали легендарные шлягеры 70-х и 80-х. Усидеть на месте было просто невозможно. Как всегда, на танцевальной площадке было многолюдно. Все красиво, все хорошо. Ходили и будем ходить танцевать. Молодцы, что вы приходите и делаете то, что надо. Все, спасибо. Для такого парка очень интересно. Для такого города Кинки. К сожалению, в следующие выходные на улице наверняка будет уже не так тепло, но зажигательные танцы согреют в любую погоду. А музыкальная гостиная будет открыта до самых холодов.